Почему он не приехал? Какие у вас отношения? Конкурентные. Конкурентные? Тогда почему ты помог ему? Я работаю на него. Понятно. Хоть ты и работаешь на него, но ты его ненавидишь, ведь так? Это понятно. Большинство сотрудников не любят начальство. Так как он выглядит? Я не нашла ни одной его фотографии в доме. Ты же говорила, что он старый и уродливый. Вы еще не встречались? Ну, вроде да. А вроде нет. Неважно. Вот и встретимся с ним. Я все равно буду называть тебя учителем. Это звучит как псевдоним. Я не против. Более того, когда ты встретишь его, пожалуйста, поговори с ним. Помоги ему мирно разорвать помолвку. Пожалуйста. Не хочешь попробовать пожить с ним какое-то время? Зачем? Если он красив, силен, нежен, здоров. Попробуешь? Тогда почему он хочет на мне жениться? Потому что он счастлив. Быть с тобой. Нет, в браке должна быть любовь. Или не будет настоящей любви. Настоящая любовь? Есть ли такое в мире? Конечно, есть. У меня будет. Что? Не шевелись. Мы ведь притворяемся парой. Если будем так близки, твой муж поверит в это? Учитель, я хочу в туалет.